Подчините его своей воле, в конце концов. Ведь все, что мы делаем, мы люди разумные, все у нас не так, как у животных, а осознанно через сознание и волю. А воля – это не просто желание, это не просто мечта какая-то. Это желание плюс пункты и план действий, как мы будем действовать. И, соответственно, реальные шаги по достижению чего-то. Итак, исключить полностью или максимально исключить вот этой венозной крови. И плюс насыщение кислородом. Во время кардио мы активно дышим, и кровь насыщается кислородом. Поэтому мы преследуем много эффектов. Тут квашеная капуста, там яблоки, вот это все такое можно. Бананы можно, в отличие от немного, но они как раз по последним данным способствуют даже похудению и поднятию серотонина, настроения и так далее. Затем завтрак полноценный. Вот основной прием пищи, наверное, параметры. Есть такой тип фигуры, называется яблоко, и это самый опасный вид накопления жира в области талии и живота, поэтому будем стараться. Жир уйдет в последний момент. Первое время будет уходить вода, потом приходить, если вы будете ее восполнять. И, как ни странно, белок, поэтому белковую еду кушаем. Даже можно вечером, отлично, после тренировки тоже рекомендую. Если у вас какая-то своя диета, вы даже можете поделиться в комментариях, что приход, расход энергии, он как ни крути, должен быть. Расход больше прихода. Вот тогда вы будете худеть. Тому, кому для поддержания формы. Я, кстати, сторонник того, чтобы делать фигуру, не сушиться, не становиться там вот эти ножки-палочки, ручки-веточки. Это все сейчас не модно и не приветствуется, как сейчас, наверное, уходят все тренды по искусственности. Поэтому... Отскок. Семь. Отскок. Отскок. Молодцы. Маршируем. Мы будем делать и динамичные потом. Стоим. Живот подкручен. Все. И видите, нужно напрячь плечи, качаем вверх, на выдохе вверх, и стараемся, как бы, вот чтобы белая линия живота сокращалась, бедра. Хорошо, надо еще спину подкачать, и перейдем к растяжке. Спина, и чуть-чуть приподнимаемся, ноги и руки, раз. Переведи себя, потянули, натянуто вот так. Покачались на круглой спине. Несколько кач. 4, 5. Вы должны чувствовать ягодицы. Когда дальше это было, сейчас будем активировать ягодичные мышцы непривычным способом, не все это делают. Привыкли для ягодиц махи назад, плие и выпады. А я покажу то упражнение, которое кажется простым, но оно именно в большей степени активирует вот эту верхнюю ягодичную мышцу к пятке даже. Не только к... Но лицо очень сильно влияет на мышцы шеи. Поэтому почему я рекомендую себе ключичную растягивать? Вот она тянет наш овал лица вниз. Мы это потом продолжаем. Раз. Два. Три. Четыре. Берем столько и подходов, столько и эскизов, столько и комбинаций. И это очень хорошо. Можно просто найти своего тренера и работать в его методике, которую я подобрала. Сейчас мы делаем колени. В чем фишка? Вот здесь у нас наплывы появляются, жира. Я раньше, у меня это вообще проблема в юности была, и очень долго.
То есть, как бы, ноги как ноги по форме, а вот эти упитанные колени, они меня просто раздражали. Вот это вот прям делали. Это, ну какой же стимул, скоро платье, купальники. И мы сами себе нравимся. Вот самый, кстати, существенный показатель, когда ты себе в раздетом виде нравишься. Вот многие, да, боятся снять одежду, им кажется, что в одежде они стройнее выглядят, она где-то подтягивает, стягивает. А вот мне кажется, что у меня одежда любая полнит. А вот когда я снимаю.